Саженцы Гихёры кроваво-красной Мане – это миниатюрное многолетнее растение для газонов и бордюров. Кусты достигают не более 20 см в высоту и 30 см в диаметре. Наиболее эффектно они смотрятся в групповых посадках, когда они полностью закрывают своей зеленью почву. Листья этого сорта округлые, ярко-зеленого цвета с ажурным белым рисунком. Однако, не только зелень добавляет гихере декоративный вид. В июне и в августе на ней появляются длинные цветоносы с соцветиями-кистями. Они состоят из большого количества мелких красных цветов, очень контрастных. Растения ценят за необычный внешний вид, а также за его неприхотливость и простоту в уходе, в том числе его можно оставлять на зиму в открытом грунте и не бояться заморозков. Гихёра кроваво-красная Мане – это многолетнее растение высотой 20 см. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов и может достигать до 30 см в диаметре. Гихёра прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гихёра кроваво-красная Мане можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гихёры прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гихёра кроваво-красная Мане в месяц июнь-август. Цветок окрашен в розовый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Весенний окрас листочков белый, зеленый, летом цвет листьев белый, зеленый. Обратите внимание, что гихёра кроваво-красная Мане – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.